Всем привет! Представляем вашему вниманию четыре пары актеров-братьев в российском кино, в успех которых не верили даже их родители, но они доказали обратное. В наши дни появилось настолько много разносторонних и талантливых актеров, что трудно выбрать из них самого лучшего, а иногда и вовсе можно перепутать актера и восхищаться весь фильм абсолютно другим человеком. В этом ролике мы поговорим о четырех парах актеров, которые приходятся друг другу родными братьями, но при этом близнецами не являются. Илья и Андрей Носковы. Братья Носковы смогли стать известными на всю страну. Их родители не были каким-то образом связаны с миром кино или миром театра. Первые черты таланта к этой сфере появились у старшего брата Андрея. После учебы в школе он поехал учиться в Ленинградский институт театра и кино. А младший брат Илья очень часто приезжал в гости. Братья очень часто отыгрывали дома различные сценки, которые задавали Андрею в качестве домашнего задания. По этой причине у Ильи проснулась любовь к актерской игре. Родители этих актеров были в гневе, они видели для сыновей совершенно другое будущее. Отец подготовил для одного и другого места на заводе, но братья все же пошли своим путем. На сегодняшний день они исполнили несколько главных ролей в различных фильмах и сериалах. Хочу сказать, даже не несколько, а очень много. Андрей успешно сыграл в сериале «Кто в доме хозяин», а младший брат Илья сыграл главную роль в картине под названием «Женский доктор» и многие другие. Андрей и Алексей Чадовы. Родные братья Андрей и Алексей Чадовы на сегодняшний день известны всей стране. Но так было не всегда. Они родились в самой обычной семье. Несмотря на такое внешнее сходство, они не являются близнецами. Андрей старше Алексея всего на один год. Когда братья были совсем маленькими, их папа ушел из жизни. И мама осталась совсем одна и старалась всеми силами поставить парней на ноги. Когда братья подросли, они брались за любую подработку, чтобы как-то облегчить жизнь своей маме. Помимо этого, они увлекались разными кружками, и вкусы у них были очень схожими. Их тянуло к хореографии. Однажды они заявили своей маме, что хотят связать свою жизнь с актерской деятельностью. Но женщина тогда не восприняла эти слова всерьез. Она была уверена, что парни из такой простой семьи никогда не смогут стать знаменитыми. И только благодаря своему таланту и упорству они смогли доказать обратное. Иван и Виктор Добронравовы. Сыновья известного актера Федора Добронравова с самого детства подавали большие надежды. Федор признается, что до сих пор сожалеет о том, что в то время не мог поверить в успех Виктора и Ивана. Ему казалось, что сыновья выбрали эту дорогу ошибочно. И в семье не бывает сразу несколько талантливых людей. Но братья смогли доказать обратное. Одна из самых известных ролей Ивана была исполнена в сериале «Кадетство». В этой же картине играл и сам отец, Федор, но по сюжету он был отцом другого кадета. Виктора Добронравова можно встретить в фильмах намного реже. Известная картина «Не родись красивой». Большую часть своего времени он играет в театре и успел всем доказать, что также обладает актерским талантом. На сегодняшний день Федор бесконечно счастлив, что его сыновья смогли занять свое место в той же рабочей сфере, что и он. Илья, Алексей и Александр Ильины. Эти три актера, три родные братья, они совершенно друг на друга не похожи, но при этом являются родными братьями. В наши дни успели добиться определенную популярность среди зрителей. Братья родились в семье известного актера Александра Ильина. У них целая актерская династия. Еще их дедушка был известным актером. Первого из братьев он назвал Алексеем, второму решил дать свое собственное имя. Поэтому младшего сына и отца зовут одинаково. В молодости отец этих братьев был очень амбициозным человеком.
всеми силами пытался стать знаменитым. И когда сыновья вдруг заявили, что хотят пойти по его стопам, актер почему-то наотрез запретил это делать. Но все же они шли к своей цели, несмотря ни на что. На сегодняшний день Алексей Ильин много снимается в российских сериалах. Очень часто его роли второстепенные и мало запоминаются зрителями. А Александр смог получить настоящую славу благодаря сериалу «Интерны». Там он сыграл одну из главных ролей, которая и сделала актера популярным. Илья также снимается, но не так часто, как его братья. Пожелаем всем этим прекрасным братьям-актерам побольше новых интересных ролей и достижения всех намеченных вершин. Пусть у них все сложится и все будет хорошо. Всех благодарю за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Впереди еще много нового, интересного и увлекательного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я всем желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Всего вам самого наилучшего и всего доброго. До новых встреч, до новых роликов и всем пока-пока.